Всем добрый день, дорогие друзья. У ннас сегодня уже 2 сентября. Вчера уже ничего потом больше не снимала. Все поели, попили, довольные. И спать легли. Хотела показать. Смотрите, ребят. Вот про чили помидорки, которые я вам говорила. Смотрите, как краснеет. Там сколько помидорок. Вот если посмотреть, смотрите, сколько там помидорок. Здесь краснеют помидорки. Вот как я их могла оставить на улице? Вот здесь вот, смотрите, прям сколько красных. Прям очень много. И вот. И вот. Ну, тут маленькие помидорки, потому что я там большие... Ой, вилку упала для цветов, для помидорчиков. Я там большие вот на некоторых сняла. Так вот, смотрите, прям вот здесь много маленьких растет. У меня уже Машенька пришла со школы. Сейчас сидит, кушает. Муж сегодня немного копает картошку. Я пытаюсь что-то тут кушать. С детьми кушали, да что-то делали. Стирку поставила опять, что-то перебираешь. Белье. Ваня маленькая, хочу перебрать сегодня белье. И сейчас покажу, чем мы сегодня кушаем. Ну, дорогие друзья, села кушать. Хочу видео смонтировать и тут по пути сразу поем. Сегодня у нас будет пюре с баклажанами, с колбаской. Ну и чуть-чуть имбиря положила. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Всем добрый день, у нас уже день, и я Оксану веду на остановку. Да, Оксана, Оксана в школу едет, шагай вперед. Ведем на остановку ее. В туфельках, в кофте сегодня пришла. До этого в куртке ходила, прохладно было, сегодня в кофте потеплее. Вчера тоже потеплее днем стало, утром просто прохладно было, да, Оксана? А так нормально. Ладно, идем на остановку. И поедет она у меня в школу, она у меня со второй смены учится. Неудобно со второй смены. Вот вообще, ребята, неудобно. Очень. А куда деваться? Ладно, едем. Дорогие друзья, многие спрашивают, что у нас с картошкой. Ну, вот картошка тихонько копается. Ну, вот этот весь участок уже выкопали. И да, смотрите, как у нас прошли морозы. Кабачки все побило. На кабачки убирать. Видите, все побило. Всю траву. Вы говорите, какие, Настя, морозы? Да ты что, сдурела? Ребят, у нас вообще-то морозы. Ну, кабачки вот сегодня буду все убирать уже. Все. Кабачков тут все много. И тут тоже. Надо будет все убирать. Видите, как траву побило. Все уже. Вот такие вот дела. Так что вот так как-то. Курочки сидят сегодня пока еще в заперти. Картошка так себе более-менее. Но мы на посадку самое главное откладываем. А на еду то, что останется. Так что вот такие вот дела. Вот картошку. Вот здесь вот мы откладываем на посадку. Вот уже сколько, считайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть ящиков отложили. А остальное вот это вот все то, что на еду пока выкопали. Ну да, немного. Ну что теперь? Мы рады этому. Дорогие друзья, у нас моросит дождик, но я хочу сходить пособирать кабачки. Сейчас соберу и покажу, сколько осталось, потому что подморозило сегодня. Видите, ботва вся побилась, и надо их обязательно собрать. Ладно, пошла я собирать кабачки, потом покажу, сколько я набрала. Все, дорогие друзья, сняла кабачки. Вот тут ящик и тут ящик. Видите, один даже подмерз. Видите, что на нем такие пятна. Тут есть и маленькие, есть и большие. Будем потом, вот, когда выкопаем морковку, хочу потом переделать их. Ну, или в кабачковую икру, или в лечо. Пишите ваши рецепты лечо. Попробую по вашим рецептам сварить. Заранее благодарна. Дорогие друзья, у нас время, что, 5 часов вечера. Я хочу сейчас приготовить ужин. Что хочу на ужин сделать? Я сегодня достала печь. У меня тут свиная печень и почки. Мне уже расставили. Все, я хочу их потушить с картошкой. Сделать тушеное. Что-то печень давно не ела и хочется печени. Многие удивляются: Настя, почему ты постоянно говоришь, я не беременна? Да потому что постоянно пишут: Настя, ты беременна? Поэтому я и говорю, я не беременна. Да, я понимаю, что у меня со здоровьем что-то не то. Я вроде ничего такого не ем, но я полнею.
У меня, видимо, сбои какие-то идут. Это я уже давно заметила. Да, у меня одышка сильная. Ох. Многие пишут: Настя, займись своим здоровьем. Постараюсь. Постараюсь. Не знаю, время будет, постараюсь. Ладно, дорогие друзья, сейчас буду тушить картошку. И да, многие говорят: зачем ты помидоры выкопала домой? А что мне, ребята, их оставлять мерзнуть? У меня как бы тут помидорки еще хорошие, пусть краснее. Детки вон сегодня подошли, сорвали себе красный помидорчик. Знаете, как хорошо? И им вкусно, и мне как бы приятно то, что они едят. Так, я пока буду с вами разговаривать, как раз нарежу картошку. Я ее уже помыла, все, ее только нарезать надо. И поэтому вот так вот. Чую их, они еще им тут зреть и зреть, и тем более после того, как я сорвала крупные помидорки с этих кустиков, смотрю, маленькие стали расти, еще помидорки, поэтому я решила выкопать и дома подержать. Ну, сколько будет расти, подержу дома, нет, так потом выкину, остатки помидорок сниму да выкину, пока растут дома хорошо, он краснеет, помидорки, они не завяли, также поливаю, все то же самое, не знаю. Так что вот так. По поводу курточек хотел ответить. Вот вы написали: Настя, да выкинь ты это хламье старое. Ребят, они новые. Между прочим, вы присылали мои подписчики. И они совершенно новые. Девочки их ни разу еще не одевали. Они нам как присылали, мы их положили. Так они и лежат. Они: ой, не хочу это, не хочу это, не хочу. Почему я должна выкидывать? Я что, миллионер какой-то, что ли? Или кому-то завидно, что ли, что вот у меня пришло и начинаю выкинуть. Не знаю. Маш, детям я буду всем на зиму курточку. Ну вот, кроме Егора, я ему в том году покупала курточку. Но если, конечно, он из нее не вырос, то значит я ему не буду на зиму покупать. А если вырос, значит придется покупать на зиму. Я остальным всем буду брать на зиму курточки. По-моему, у Светы есть парка зимняя. Ну, еще точно не знаю, надо посмотреть, если она и маленькая не стала. Значит, буду брать. Так что, а на осень можно и эти. Они что, плохие, что ли? Или кто-то их носил? Они совершенно новые. Почему ребенок не может их одеть? Какие-то вы странные все. Я что, прям миллиардер, который обязан покупать по любой прихоти ребенка? Она, знаете, какую хочет? Вот такую вот коротенькую курточку. А зачем ей такая короткая куртка? Чтобы у нее поясницу продуло, чтобы она заболела. Я сама знаю, какое здоровье у моих детей. Я знаю, кто может заболеть, если чуть слабее оденется. Поэтому я буду сама решать, что мне надо для них, а что мне не надо для них. Так что я на ваши комментарии не поведусь. Я сама решу, купить мне или не купить. У них курток можно весь город одеть. Так что вот такие вот дела. Хотите, обижайтесь, хотите, нет. И меня также спрашивали по поводу зарплаты. Настя, ты что-то молчишь, не говоришь ничего, что с зарплатой? Ну, скажу так. Когда есть, это хорошо. Когда нету, ничего страшного. В следующем месяце, значит, будет побольше немного. Вот так вот отвечу. Я не хочу никого видеть. Вы очень все спасибо за то, что помогаете просмотрами. Всем остальным, ну вот, да, бывает, что нету. Ну, я не расстраиваюсь это нисколько. Это значит, что в следующем месяце будет больше. Поэтому вот так вот. Муж сейчас на работе. Мы с детьми. Дети, я им на компьютере включила мультик. И они мультик смотрят. Машенька уже пришла со школы, Оксана пришла со школы. Егор пришел со школы. Сегодня у нас весь день дождик поливает. Картошку никак не можем покопать. Муж сегодня немного копал. Я кабачки сегодня вот поснимала все. Потом ботву еще выдергаем и курям отдадим ботву эту. И вот сейчас буду ужин готовить. Да, ребята, я готовлю так, что, ну, вот суп мы обычно готовим, чтобы дня на два, на три хватило. А вот такое вот второе мы обычно готовим так, чтобы поесть.
если чуть больше будет, то хорошо, остается в холодильнике чуть больше. Поэтому мне выгоднее, чтобы лучше свежий сварил, поел. Потому что потом, когда оно постоит в холодильнике, дети потом уже неохотно это все едят. Поэтому мне удобнее, когда вот так вот сварил, они поели, и все. И потом уже думаешь, что следующее готовить. Мася, ты картошку хочешь? Ну, господи, стоять. Мась, сидеть. Ай, ты моя красавица, молодец, заслужила. Села на попу. Стоять не хочет, она уже старенькая, сидеть сидит. Я уже как-то показывала видео, как она у нас дрессированная девочка. Любит очень сырую картошку. Не знаю почему, но вот она обожает просто сырую картошку. Но у нас такая девочка еще привередливая. Это ем, это не ем. Поэтому вот так вот. А, также хочу ответить вопрос по поводу Тайсона. Настя, почему ошейник не поменяете? Вы же купили новый. Да, мы купили. Но этот муж, который нашел какой-то это... Ремень старого военного формата, такие толстые, крепкие, они хорошие, он у него держит сейчас хорошо. У него единственное, что вот на днях сломался карабин. Ему надо делать карабин на цепи, он полностью сломился от старости. А этот пока хорошо, у нас новый лежит, да, он лежит. Или, как мне написали, да, она чисто для видео показала и продала ошейник. Нет, ребят, ошейник лежит на всякий случай, вдруг где-то что-то, ну, кто его знает. Ну, только то, что сейчас надо еще карабин. Карабины у него часто ломаются, мы постоянно их покупаем. Ну, вот, менять надо опять. Карабин сломался у него, карабин надо сделать. Съездить в город и купить. Ты опять пришла? Да ты моя хорошая. Собака опять пришла. Мась, сидеть. Ты моя красавица, на. Все. Я всегда ей делаю так. Хочешь вкусняшку получить? Выполни то, что тебе говорят. Сидеть, стоять, лежать. Ну, лежать она не лежит. Она в основном сидеть и стоять. Гулять. Она когда, знаете, вот у нее есть это. Одна особенность. Она когда гулять хотит, сидим мы кто-нибудь. Она подходит и начинает скулить. Мол, ну выпустите вы меня на улицу. Ну что вы прямо как нелюди, да? И начинает скулить, пока ее не выпустишь. Опять пришла? Слушай, я так на тебя картошки не напасусь. Сидеть, умница. И она за свои вот эти вот... Сидеть. Ну давай, сидеть, Мась. Но это уже не придурение. Давай сидеть. Молодец, умница. А то она, знаете, так присела и сразу же раз на лапы встала. Нифига подобного не проходит у меня это. Ладно, дорогие друзья, напишите, что вы сегодня кушать готовили обязательно. Ну и скоро с вами увидимся. Любимый Василек вышел. Комментарии еще не читала. То, что вот там ко дню рождения. Очень жду ваших комментариев. Потому что еще не читала. Некогда еще было пока... Почитаю, посмотрю, что вы скажете. Ну, вот эта вот красная туника, она как бы как тире-платье, да? Мне кажется, это, знаете, какие-нибудь такие плотные лосины, на длинные. Или же наподобие как брюки зауженные, мне кажется. Вот что-нибудь такое напишите обязательно в комментариях. Как вы думаете, с чем их? Ну, вот. Да, мне тут написала Настя, да как ты так доверила детям... покупку себе одежды. Знаете, дети сейчас выбираются в одежде лучше, чем взрослые. Многие заметили, что у меня никакого вкуса нет в одежде. Я люблю попроще что-нибудь такое. А дети хотят видеть маму понарядней. Так скажем. Меня постоянно дочь Светлана ругает. Мама, да что ты себе не можешь купить? Да ё-моё, посмотри, другие одеваются. Поэтому я уже доверилась дочери вкусу. Вот так вот. Ну, если кому не нравится, ну, вы можете сами. Ладно, буду дальше готовить. Оставайтесь с нами. Скоро мы с вами опять увидимся. Поэтому всем желаю всего самого хорошего. Самое главное, Мася, видите, как она выпрашивает картошку? Аж тявкает. Сидеть. Молодец, моя умница. Все.
Ладно, дорогие друзья, всем желаю крепкого здоровья. Пишите ваши комментарии, подписывайтесь на наш канал. И не расстраивайтесь, что не бывает иногда зарплаты. Ничего страшного, зато в следующем месяце сможем получить побольше. Я не расстраиваюсь, и вы тоже не расстраивайтесь. Всем всего самого хорошего. Всем говорю пока-пока. Скажи, Ванечка, всем привет. Всем привет. У нас случилось непредвиденное. Муж сейчас побежал на... Ну, как побежал? Попрыгал на остановку. Занимался дровами, и у него бревно упало на ногу. И у него, знаете, палец моментально почернел аж. Вообще. И он не ступит путем кое-как. Я говорю, давай это, позвони брату, пускай брат приедет, увезет тебя в приемную. Он говорит, а что приемно сделать? Я говорю, они хоть посмотрят. Если перелом, они, говорю, тебе гипс наложат. Так, по концовке решил на автобусе ехать потихонечку. Говорит, да иду там, а это... Не поехал туда. Он вообще не хотел идти. Я говорю, на, идти, на, надо, надо, надо. Тем более, говорю, тебе потом на работу как ты пойдешь? У тебя ни больничного, ничего нету? А долго... Да, у папы черный палец, да, сыночка? Ваня говорит, бедный папа, да? Жалко папу. Конечно, жалко папу. Ну, будем надеяться, что перелома, может, не будет. Посмотрим. Я, конечно, офигела. Я дальше продолжаю тушить картошку. Сядь, сядь, а то упадешь. Чай хочешь? Кого? То нельзя, то с имбирем это мама себе делает. Я тебе сейчас обычный чай сделаю, хорошо? Все. Да. Ладно, дорогие друзья, делаю ребятишкам чай. Да, сыночка? И дальше тушим картошку. Муж приедет, потом расскажу, что и как ему там врачи скажут. Но будем надеяться, что все обойдется, ничего страшного. Ладно, всем хорошего вечера. Дорогие друзья, у нас уже вечер. Ну как вечер? 11 часов вечера. Ночь уже, можно сказать, да. Хотела рассказать, что у меня у мужа. Короче говоря, сломан палец на ноге. Он у него не то, что синий, он у него черный. И знаете, что интересно? Я его уговорила, он съездил в приемный покой, да? Ему даже не положили гипс. Ему сделали рентген и сказали в понедельник идти к хирургу. Сказали, что у него самая последняя часть фаланги на пальце сломана. И как бы, говорит, объяснили так, что он, мол, без гипса может зажить. Ну, вообще ничего не объяснили, что делать. Сказали какую-то мазь охлаждающую. Первые дни надо охлаждать, потом надо греть. И в понедельник на прием. Не перебинтовали, ничего не сделали, вообще ничего, понимаете? И меня возмутило в том, что почему ничего не сделали, когда у него палец кровоточит. У него идет оттуда кровь. А ему ничего не сделали. Я, конечно, вообще в шоке, и я расстроилась. Я сейчас чай просто маленьким собираюсь сделать на ночь. Да, они у меня ночью пьют чай. И я не знаю, что делать. Если кто знает, что можно, как ему можно, я даже не знаю, что ему сделать. Ходить он как бы ходит, на пятку наступает, потому что, ну, вот, все равно передвигаться надо. Он у него пух вот такого размера палец стал, и он у него черный аж. И что меня беспокоит, то что у него там спереди кровоточит. У него текет кровь. Короче, вообще, не знаю, что и как. Да, картошку я потушила уже, к сожалению, почти всю съела. Но я сейчас осталось совсем немножко. Вот такая вот вкусная картошечка у нас получилась. Детки все почти доели. Осталось вот немного им на утро. То, что они не доели. Я сейчас себе еще чай делаю. Так что вот такие вот, ребята, у нас новости. Если кто знает, как, может, какой-то мазью можно. Может, я даже не знаю. Он говорит, что у него очень сильно болит. Вообще, прям, говорит, ужасно болит. Он из-за этого не лежать, ничего не может, не уснуть не может. И, короче, я не знаю, чем помочь. Если у него там открытая рана раскровит, все равно открытая рана получается. А мазь нанесу, а вдруг хуже будет.
И я вообще не знаю, что делать. Если кто что-то знает, посоветуйте, пожалуйста. Потому что... Я вообще не знаю, что делать. Сейчас вот получается, с понедельника он пойдет на больничный. Сколько он будет сидеть на больничном, я не знаю, так как у него очень сильно, говорю, вообще все распухло, палец аж черный весь. Что дальше будет, даже не представляю. Поэтому вот такие вот, ребята, у нас новости. Будем надеяться, что все будет хорошо. Ну вот, если кто может посоветовать, как ему обезболить ногу, то буду ждать в личное сообщение. Всем желаю всего самого хорошего. Самое главное, берегите, пожалуйста, себя и свое здоровье. Это самое главное. Всем говорю пока-пока.